мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Где-то 2 месяца не заходил в игру. Надо вспомнить, что здесь я хотел делать. Вроде как какие-то вопросы пошарить можно или какой-то квест сделать. Так, карта. Да, вот вопросы вот эти хотел пособирать. Забыл уже, какие бутылки-то пью. Так, грифон. Хидна. 4 я, по-моему, могу, да? Вот. Интоксикация, интоксикация. Так, токсичность. 328. А, можно еще и бутылки пить спокойно. Талантах у меня чё? Прокачки бессмертия стоит. Откроется ячейка, буду бессмертие закидывать. Да. Мутация. Красный мутаген нужен. Ну там 2 есть, в принципе. Можно вкачать, но это будет... А, в принципе, можно. Так, а чё там? До следующего 4 мутации. Так, а у меня сколько? 1, 2. А, ну тогда не к спеху. Зеленых надо копить, либо синих. Ну и ладно. А мутагены синие у нас не хватит. Так, зеленых 2. Не хватает пока что. Так, записка пирата. Вчера мы нашли на дне серебряную тарелку и брошь с рубинами, значит, клад королевы Зулейки и правда где-то тут. С западного берега полно затонувших кораблей, так может там, в трюме где-нибудь. Пока проверять не пойдем, волны слишком высокие, надо подождать, пока море успокоится, ставим лагерь. Есть что сказать напоследок?
раскатать барахло быстренько. Чародеи, мутанты, богохульники, кобальты. Здравствуй. Здравствуй. Покажи мне. Будь здоров. Отлично. Славлю тебя от всего сердца. А чародей тогда застонал, пёрнул и взорвался. А с ним трое наших. Что зря. Касатка, чтобы дышать, и кровь против этих дураков, чтобы их отравляло. Thank you.
ну его. Никогда, кстати, не замечал. Первый раз заметил. Три раза игру прошел, какой-то кальмар. Кит, скорее всего. Да. Обалдеть. Может, кто-то тоже первый раз увидел. Вот реально, сколько раз проходил.
Вперед, плотва! Давай, плотва. Где-то какой-то квест есть. Только где, я не помню. Где-то вот здесь. Здравствуй. Здравствуй. Покажи мне свой. Будь здоров. Я тебя предупреждаю.
и здесь, или здесь. Так, мы сюда. Жалкое зрелище.
где в итоге этот квест, не помню. Здравствуй. Здравствуй. Покажи мне. Так, для какой-то брони там вроде надо было панцирь. Будь здоров. Дополнительное задание. Чё тут? Заказы. О, заказ. Посмотрим. Вперед, плотва!
плевать или не плевать? О! Даже к цирюльнику страх пойдет. А вдруг и... Да. Граф Курт Дисот? Ты по поводу объявления? Ты хотел нанять ведьмака? Да, но никакого попало проходимца. Об этих психопатах из школы кота такие слухи ходят. А ты к какой школе принадлежишь? Коли Волка. А, да, хорошая школа. Знавал я одного ведьмака оттуда. Угу. Варрава. Нет, как-то Тенове. А в общем, не важно. Перейдем к делу. Недавно я приобрел имение к востоку от Новиграда. За бесценок. Потому что прежний владелец, чародей, сгорел на костре месяц тому назад. А теперь я выяснил, что дом, ну, вроде как, с привидениями. Понятно, почему такая спешка. Я-то ни в каких духов не верю. Но мои люди говорят, что по ночам здание трясется так, что штукатурка сыплется и даже земля движется. Можно с этим что-нибудь сделать? Сперва обсудим мое вознаграждение. Я извиняюсь. Ты еще за работу не взялся, а уже говоришь о награде? Я хочу убедиться, что это дело стоит моего времени. Вы на него посмотрите. Приехал такой в Новиград и сразу убедиться хочет. Ну ладно. И сколько, по-твоему, это будет стоить? Идет. Я могу это проверить. Как туда попасть? К имению примыкает сад. Да и сам дом узнать несложно. У него все стены в трещинах. Вот тебе ключ. Удачи. Любим пролетать. Кружку мне в руке оставьте. Это ж ясно, как вечно. Поглядим, что там. Вот, значит, этот дом с привидениями.
Весь дом ходит ходуном. Но призрак уже напал бы на меня. Жильцы явно убегали в торопях. Кто-то рассыпал соль. Призраков отгоняли. Бессмысленные суеверия. Через эту трещину проходит воздух. Что-то там есть. Что-то сработало. Созданием подобного рода самое наиважнейшее эквилибр сохранить между волей его и наложенными на него оковами службы. Сметливому элементалисту по упрощению магического слуги надлежит не давать над собой воли искушениям зловредным и пагубным, дабы спутанного распутать, ибо только конфузия из этого выйдет, плач и скрежет зубовный. А поки тот, то ермом чрезмерным слугу магического своего ущемляет, ни выгод, ни бенефиций из того уже не получит. И существо, одное, столь же ему пригодится, как груда земли тупая и немая. Ключом же будет устроение сразмерного барьера магического, кои следует поддерживать кристаллом силы. Кристалл он и важен более всего, ибо если он разобьется, то и барьер пойдет, однако же он весьма прочен. Какой клинок не может его повредить. И так барьером он им слугу на привязи держать следует, не ущемляя, однако, пользительных сил его. Сооружение же такового требует опыта и квалификации немалых, а равно обучение долгого и прилежного. Халтурщиков и недоучек нашему братству не надобно. Вот и славно. Надо бы отдать Дукасу переписать начисто. Интересно, куда этот лежебока подевался? Я его послал за сыром и чернилами
уже несколько веков. Необычный корень, магический, наверное. Элементарь земли и довольно могущественный. Придется его освободить, а потом победить. Он почти освободился от магических оков еще пару дней, и он начал бы крушить окрестности. Сколько мне еще ждать? У нас тут интересные бонусы дают. 40 пробой брони. Вот это нормальная тема. Хотя как оно работает здесь.
Для чего вы, мастер? Да. Больше проблем с этим домом быть не должно. Небольшой ремонт, и можно въезжать. Правда? В таком случае цена владения значительно возросла. Что там, собственно, происходило? В подземельях был заперт элементаль земли. Он пытался выбраться и чуть было не разрушил дом. Это гораздо интереснее, чем духи. А эти подземелья, получится их как-нибудь, ну не знаю, обустроить? Трудно сказать. Но посмотрим. Ах, да, твоя награда. Прошу. Снова ты здесь крутишься. Теща моя старая суккубика. Сокровища у нас. Все, кроме волка, я нашел. Ну и это сделаем. Боль в жизни из меня высасывает. Отправляешься в путь или с нами останешься? Опять была лапа. Священный огонь порочит. Вот и светили все. Это же ясно, как вечный огонь. Вперед, плотва! Шевелись, плотва! Я по поводу заказа. А, какая-то тварь напала на ночной патруль. Наши-то вооружены до зубов, ребята как на подбор. Почему решили, что это чудовище? Вы бы видели их останки. И как выглядели тела? Я в жизни не видел ничего подобного. А уж я-то на трупы насмотрелся. Я как-то слышал о людях, что погибали от жары в пустынях Зерикании. Вот эти убитые выглядели именно так. Сперва поговорим о плате. Я знаю, сколько стоит моя работа. Пожалуй, столько я тебе заплачу, если ты все сделаешь в лучшем виде. Тела уже захоронили? Был приказ их сжечь. Но прежде наш медик их как следует рассмотрел. С ним и поговори. Он сидит сейчас в доках. Я посмотрю, что можно сделать. Мы тебе заплатим. Скинемся с ребятами на награду. Иди, плотва. Давай. На охотников за людьми. Проклятие.
Ты медик? Чем могу помочь? Я расследую убийство стражников. Кажется, ты проводил вскрытие. Так тебя наняли этим заняться. Хорошо. Помогу, чем смогу. Я слышал, что тела были высушены. Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Останки действительно были высушены, но, может, они пытались поймать чародея, и тот наложил какое-то гнусное заклятие? Это было похоже на обезвоживание? Нет. Даже не знаю, с чем это сравнить. Где нашли последнее тело? В переулке. У дороги из доков в район красных фонарей. Его там бросили посреди ночи. Надо будет там осмотреться. Ты видел на телах следы когтей или клыков? Клыков, когтей не было. Разве что следы ногтей. После развлечений с девками. Спасибо за помощь. Я осмотрю место, где их нашли. Удачи. Следы ребенка, зараза. Много тут народу ходит. Подкованные сапоги стражников. Неинтересно. Четкие следы копыт. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят. Осторожно! Катарине.
Любишь меня, волчонок? Скидок нет, кредит не даю. Можем сделать это здесь или пойти ко мне? Приветствую. Гляньте-ка, свет представления. Ведьмак в борделе. Что же тут странного? Ты странный, брат. Все знают, что ведьмаки – выродки и ненормальные мутанты. А здесь порядочный бордель для шлюх с принципами. Говори на чистоту. У тебя в штанах точно все, как у обычного мужика? Когда последний раз проверял, все вроде было на своих местах. Смотри, еще и карты играть. Я хотел бы кое-что купить. Слышала про убийство стражников? Многие тут умирают от удовольствия. Говори правду. Этот суккуб, он помогает с клиентами. Доходы растут. Знаю, что он опасный, только не знаю, он ли убивает. Суккуб, где его найти? Я его поселила в одном доме, здесь, неподалеку. Вот ключ. Слышал о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать. И не привыкла убивать без причины. Тебе придется покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придется соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И еще вот. Сейчас я очень зла на тебя. Но знаю, что когда я буду уже далеко, злость пройдет. Трофей суккуба. Буду теперь следить за каждым твоим шагом. От зла нас сохранит.
Стражников убил суккуб. Суккуб? В Новиграде? Но свет вечного огня хранит город. Значит, он недавно притух пару раз. Так или иначе, суккуб никому уже не причинит вреда. Вот доказательство. Склоняю перед вами голову, мастер. А вот обещанная награда. Прощай. Thank you.